сльоз. Я и не знал, что мне тебя будет так жалко. Рай, рай, рай. Можно я кому-нибудь передам теперь колокольчики? Кто-нибудь? Да, спасибо. Держать или использовать? Использовать. Кто хочет поиграть, вот так все у меня слышу. Хочет, наверное. Сейчас прозвучит песня, которую я когда-то нашла в интернете совершенно случайно. Влюбилась в нее. Это было еще очень давно, когда в общем, у меня был такой панковский коллектив, где я не знаю, что я делала, ну, наверное, возрастала медленно. И, естественно, тогда никто меня не поддержал такие песни петь. Но и прошло уже, в общем-то, достаточно много лет, теперь никто не запрещает. Песня, на самом деле, меня очень поразила. Возможно, многие из вас ее слышали. Написала ее Людмила Пинчук. Ты сделаешь Богу распятому, может быть, как Пилат отогрешь. Безразличен тебе, непонятен он, и как все от него ты уйдешь. Может быть, ты как римский воин будешь снова бить полонитом, и он снова избитый оплет. Надоела мне жизнь непорочная, и к нему повернешься спиной. Сердце ж будет от горя рваться, Бог оставлен не кто-то другой. Нет, нельзя без него оставаться.
Ну, сейчас песня, которая тоже не входила в сегодняшнюю программу. Поскольку мы...